Привет, с Амиго, с эту серию начнем, значит, с небольшого апгрейда пушек, а потом пойду уже на квест. А, значит, так, оружейный верстак. Да, оружейный верстак. Думал, может, хламчик выложить. Так, значит, во-первых, что я хотел переделать? Я хотел... А, леденящий штурмовой карабин, вот это надо обязательно, да. Но сейчас в комментах, кстати, написали, что электронный прицел переходит в режим прицела без перехода через черный экран. Я так понимаю, это вот этот прицел разведчика. Короткий, длинный. Что-то короткий, длинный, они одной длины на вид. Видимо, разница только в... Это у меня сверлят или в игре? Убавил звук у наушников и сверлить перестали. Хитрожопые соседи. Так, значит, переходим. Ага. Давайте короткий. Нахер длинный-то вообще не нужен. А чё, мне чего-то не хватает? Продолжает мне ебать мозги упрощенная схема Windows. Я уже что только не делал, никак не выключить это оповещение мощнейшее. Я не знаю, кому в голову пришло ее влепить в Windows. Зачем она вообще нужна? Это даже навечно не получается поставить упрощенную схему, она все равно сбрасывается. Да, вот, отлично вообще. Прям совсем без перехода. Так, модификация, значит. Открытый прицел с подсветкой. Коллиматорный прицел с подсветкой. Ну, давай с подсветкой. Да. Так, что еще можно для этой пушки сделать? Ресивер калибра 38. Весь дамаг у этой пушки, потому что она на другой калибр переведена. Хитро. Это что за ганстащит? Укороченный ствол, зато вес понижает. Но кто будет прокачивать пушки на уменьшенный вес? Усиленный. Нет штрафов при стрельбе, увеличенная дальность, точность. Полированный длинный ствол. Превосходная дальность, точность прицельной стрельбы, слабая отдача, низкая точность при стрельбе от бедра. Очень слабая отдача. Это как у М16, я так понимаю, ствол, да? Превосходная дальность точки прицельной стрельбы, уменьшение точки прицельной... Да, блядь, тут все одно и то же дает. Превосходная дальность точки стрельбы, уменьшение дальней точки. А есть высокая точность при стрельбе от бедра? О, повышенная точность при стрельбе от бедра. Ну нахер, кто будет стрелять из этого говна от бедра? С другой стороны, да? Ну пусть будет вот этот ствол. Он выглядит посолидней. Может кого напугать. Ложа с компенсатором отдачи. Ну раз стоит топовая ложа, ее трогать не будем. Это я уже делал. Компенсатор. Дульный тормоз. Тормозни свое дуло. Как он? Глушак. Ох, ни хрена себе глушак. Такой глушак, мне кажется, можно на ракетомет прикрутить. Ну, компенсатор стоит, штык, нахер. О, увеличиваем ближний бою. Маленький штык. А тут просто штык-нож примотан какой-то. Да. Это просто пистолет судьи Дреда. Так, что я еще хотел сделать? А, я хотел свой криогенный. Вот, зажигательный пистолетик, кстати, можно подмандить. Гамма-пушка, ну это вообще бабкина херня охотничья. Так, где мой новый? Вот он, батькин фаворит. Леденящий душу штурмовой карабин модифицировать. Так, что у него тут? О, стандартный ресивер, сейчас будем апгрейдить. Что у меня максимально можно? Укрепленный автоматический ресивер. Чувствительный, усиленный. О, усиленный, превосходный урон. Более чувствительный спусковой крючок, повышение скорострельности. Ну кому нужен чувствительный крючок? Я же не руками, блять, нажимать на него буду, да? Бронебойный какой-то. Улучшенная скорострельность и бронебойность. Уменьшенная. Но это в автомат превратить, я так понимаю. Нет, борода. У меня прокачан не автоматические винтовки, поэтому мне нахрен не надо. Короткий ствол. Длинный, конечно. Дело, конечно, говорят, не в размере. Но этим всегда можно дать по башке. Укороченная ложа. Полная ложа. Полная лажа, ё-мо. Где снайперская-то ещё? А, фанатик оружия надо прокачать. Штатный магазин. Барабанный. Исключительный боевой запас, замедленная перезарядка. Пофигу. Штатный прицел. Короткий оптический. Коллиматорный. О, окружность можно. Коллиматорный прицел, окружность. Давай окружность.
Надульная насадка, компенсатор. Слабая отдача, улучшенный контроль над отдачей, уменьшенная дальность стрельбы. А веса прибавляется и цена. Я вижу только, что дальность стрельбы уменьшается. Ну, кто там эти метры считает? Все. Маус-ган готов. Да. Can you build me a mansion? Casa del Deacon. Особняк тебе построить? Чего он хотел? Так, где моя новая большая Берта? Вот, леденящий. Не туда, сука, кнопка не та. Вот он. А где пулемет Максим у меня? На какой цифре? Эй. На тебе подгон жиганский. Теперь мой пулемет Максим, твой пулемет Максим. What's the word? Хотя можно было его и выкинуть к хренам собачьим. Да. Бич. 80 патронов. Можно вообще всю жизнь его не перезаряжать, по-моему, с таким боезапасом. Так, и куда мы там идем, чем идем делать? О, точно, рыбный завод четырехлистник. Это у меня сразу здесь очищение содружества и вот это, по-моему, да? Да, они оба, по-моему, там находятся. Крутотенько. Ну там гули, поэтому там будет жареха сейчас, походу, нормально. Надо силовую броню напялить. Пока пойду в силовой броне братства стали. Сейчас лень прокачивать броню анклава. Как прокачаю эти прокачку доспехов, да? Ну, чтобы не апгрейдить 20 раз, у меня ресурсы-то не вечные. Может, дьякона куда-нибудь... Силачу это не понравилось? Он что, где-то это видит, что ли? Пошел в жопу, силач. Это супермутант. Видимо, супермутант не любит силовую бронь. А, черт, я ж что забыл. А, то есть каждый раз, когда я буду залезать и вылезать, силачу это не будет нравиться. Вот отморозок. Но я из него вылез. Почему он не написал, что ему это понравилось? Я что хотел-то? У меня где-то здесь валяет. Где мой ящик с одеждой? Гвоздомет? Нет. Так, где тут форма братства стали? А, вот. Теперь говорят, что я смогу апгрейдить эту одежду. Где она, кстати, апгрейдится? О! Эй, не так. Сейчас. Форму братства стали. Форму братства... А хрен там, видите? Нету здесь формы братства стали. А говорят, что сможешь апгрейдить, типа, всякие одежды. Ни хрена подобного. О, можно вот это поставить. Только нахрен оно не нужно. Вот вам и форму братства стали. Говно. А не шматьё. Да еб твою мать. Вот что я сейчас взял? О, защитный комплект зато у меня есть. Весит пятерку, правда. О, откуда у меня такой вес безумный вообще? Ладно, короче, сейчас за кадром разберусь и увидимся на заводе четырехлистник. Так, а до этого рыбного завода еще попробуй пойди дойди. Он где-то еще в заднице мира находится. А тут еще и ночь во дворе. Ну ничего, у меня есть фонарик. У меня есть фонарик на двух пальчиковых советских батареек. А, нет. Помните, такие раньше были фонари, они такие были плоские. И внутри у них была батарея одна... О, нифига себе. У них внутри была одна такая тоже плоская, большая батарейка, похожая на сдвоенную. Это наверх, что ли? А что я там забыл? Вот. И фонарь светил просто как полное говно. Он был очень-очень тусклый. И я просто не знаю даже, нахрена нужно было такое ноу-хау. И даже не в курсе, где для них батарейки надо было искать. Ну, пенсионеры вроде меня должны помнить этот гениальный фонарь. Станция Эндрю. Это где такое? А, метро, что ли? Да пошло ты. Без квеста нету смысла зачищать локации. Кто-то говорит, что это у меня моды стоят, то, что оружие он убирает. Так это он во время спринта, по-моему, всегда убирает. Я пытался ставить моды с англоязычного сайта, но ни один не работает. Вот с русскоязычного еще да. Еще возможно. А на английском сайте, видимо, все моды говно, именно поэтому они не дублированы на русский. Wow,
Дьякон продолжает свою голову сывать в мой прицел. Не, я не пойду на эту станцию. Смысла не вижу зачищать. Ой, ай. О, вау. Вообще-то это... Теперь это не метро, это берлога рейдеров, но очевидно, что Братство Стали наверняка дает квест на зачистку этого говна. Ну, по крайней мере, сейчас Братство Стали дало квест на зачистку завода, четырехлистник, как и дали квест... Опа. А. Как и дали квест на этот завод, эти подземка. Что как бы намекает на то, что у Братства Стали и подземки интересы схожи очень, видимо. Чё хорошо ночью, то что FPS ночью хороший в этой игре. Все-таки мне кажется, что 970-я видяха, то еще говно. Не зря говорят, что она обрезанная. Хитрожопый исламист. Что такое? Короче, пишут, что нету на самом деле 4 гигов. Тут на этой видеокарте 3,5, типа, на самом деле. Надо было брать 980-ю. Ну, извините, там цена вопроса, разница-то в 10 косарей между двумя этими видяхами. Вот если бы они были... Базара нет. Да, были бы бабки, я бы и титан купил, вообще базара нет. Титан купил, и 10 лет можешь вообще не париться. Ну, единственное, что, наверное, директы на него не каждый встанут. Но новый директ, в смысле, выйдет. Титан его переварит, как вы думаете? Да, оружие Господа просто. Только я что-то не вижу пока что суть того, что он ледяной какой-то обалденно. Но он только при критических выстрелах замораживает. И критические выстрелы, они только у вас, когда накопятся. То есть, я это к тому, что мы их увидим не скоро, если увидим вообще. Так, он в рукопашную полез, наглый ублюдок. Правильно, ебать, вот с такими выстрелами мимо, какая тут нахер заморозка может быть? О чем речь вообще? Счастливая броня для правой руки, плюс 2 к удаче. Обалдеть. Вообще удача у меня что-то хромает. Я даже не знаю, на что она влияет. Раньше она на криты, насколько я помню, влияла. Что она сейчас дает? Шанс найти какое-нибудь говно в куче другого говна. Как я понимаю, да? Криамина. Когда уже начнут попадать такие враги, на которых придется потратить все мины. Раньше вот реально идешь, херак там встретил этого супермутанта огромного, как его там называют. Вот, сейчас что-то ничего подобного нету. О. Якона гули херачит уже. Назад, бомжи, блин. Этот гуль был в силовой броне, или мне показалось? Нет, он просто в оборвании в какой-то. Промышленный растворитель. Банка, кружка. А, все, мы уже рядом, поэтому гули появились. А, нет. Тут два завода рядом, смотрите-ка. Еще здесь General Atomic какой-то рядом. Но если я сейчас по бырику пройду, четырехлистник, то, может быть... Бонусом пойдет и завод второй, который тут рядом. Ну что, карту этой овцы, которую я грохнул, я не буду доставать, потому что там... Ее как будто, блядь, первоклассник рисовал, там вообще ничего не понятно, что. Намазюкано. Ядерный блок, предмет удален. А что случилось? А-а-а. Удаленный хрен с ним. Удален, значит, надо. Интересно, эти доски выдержат костюм многотонный? Я думаю, что парочку сотен килограмм эта броня-то весит всяко. Можно даже посчитать, в принципе, там вес указан. А, вот они. Гулье, гулье пошло. Выноси гулье, ёпта. Отличный пожар. Вот там еще и ловуха, смотри. А чё, гули на нее не нарываются, что ли? Пошел от меня, сука. Кстати, 40 опыта дают за них. Видимо, что это уже для серьезного левела локация. Не зря я сюда в броньке пришел. Каландаф.
О, да, гулит тут. А, ты сука такая. Я ж слышу, что кто-то рычит. Ловушку нельзя обезвредить. Да вы чё? Нихера себе. Дьякон. Дело есть. Вон, смотри, там кто-то червонец уронил. Давай. Чё-то я не понял, блядь, как это работает. Говно какое-то. Везучий дьякон. Видимо, дальность этой ловушки ограничена дальностью луча. А у него батарейки уже подсели. Поэтому и гули не подорвались, видимо. Странно тогда, как-то она работает. Значит, а два квеста. Первый тупо зачистить локацию, второй какой-то доступ к лаборатории получить. Нога? Что случилось-то? Наверное, гуль схватил. Ах ты, блядь, такая. Ну, пожалуйста, ты когда-нибудь попадешь, нет? Ничего, ловкость надо прокачивать начинать. Антирадиационный автоматический боевой дробовик. Увеличение урона гулям на 50%. Нихуя себе. Ну, это чисто для этой локации, наверное, пушка. Тут же одни гули. Ну-ка, а у меня что за дробовик? У меня счастливый какой-то. Счастливый боевой дробан. Увеличение от критических попаданий. 90, да? А там антирадиационный какой-то. На 50%. Это на 35, что ли? 105? 105 урона гулям? Ну, давай попробуем. Если говно, выкину его нахер. Автоматический лазерный пистолет. Нормально. Уделывает. Ну, неплохо так, во всяком случае. В принципе, для ближнего боя с гулями, со сраными, дробовик самое то. Пулемет он все-таки не так... Блин, мне кажется, что в силовой броне этот сейф должен голыми руками порвать, просто, не знаю. Пальцем замок проткнуть. Сомневаюсь, что Тони Старк в своей броне бы тут в рукопашную все это взломал. Эти гули издают такой звук, как будто кто-то допивает кока-колу из картонного стакана трубочкой со дна, знаете, так. Вот это вот, блин. О, еще один ядерный блок. Что-то тут... Ядерные блоки в этой игре попадаются, ну, так часто, что они как бы намекают, что, чувак, не вылезай из силовой брони вообще. Мы что, зря ее такую крутую придумывали? Ай, тихо, жопы. Жопу, внимание. Опс. Все равно не взорвалось. Дерьмо какое-то. Какие-то очень странные ловушки. Обычно мне мины быстро жопу отрывают. А, у той бабы карта была как ловушки обойти. Воняет. Да это вон гуль вонючка. Немытая, бля. Ты что-то попутал, чувачок. Кстати, меня нихерово ядом подтравливает. Нихера он. У дьякона с ними разговор короткий вообще, херак кувалдой. Ну, посмотрите, ну, о чем я говорил только что. Просто на каждом шагу эти. Падают. Падают, падают, падают. Ядерные блоки. Ну и пусть зато. Прочти экзоскелет. Как вам новая песня для Буйного, ёптать. Саня, можешь забирать. Доляну с гонораров не требую. Ай, блин. Ну а чё, про падающие листья спел же песню. Она не намного умнее, чем мой вариант, я считаю. А как он, следующий шлягер? А я мудак, тупой мудак, я московский тупой. Ну, потому что эта песня даже лучше, чем «Я бамбук, тупой бамбук». Там надо было не так петь, там надо было «Кури бамбук, кури бамбук».
сука. Так, что тут? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, да ладно. Да ладно, да не, вы чё? Но хера так делать-то, я не понял. И чё, блядь? Конфуз. Давай подпрыгнем и выстрелим. Может, отдача? Да, ёб твою мать, разработчик, ты гений. Ну, давай же, давай, давай. Ой, блядь. Эта ловушка была покруче, чем их не эти лазерные ловушечки на улице. Хочу вам заметить. Ее фишка в том, что она не очевидна. А, мне вниз надо под землю, что? Терминал легкий. Здесь была фабрика по выпуску подносов, наверное. Правда, не знаю, они алюминиевые или нет. Изи. О, что-то у меня жизни кончаются. Прям в силовой броне меня удохают. Надо было пометить на верстаке алюминий. Высер! Сука! Я прям как увидел, так почуял, что... Вот он пароль, блядь. Высер, бля. Ой, бля, надо. В следующий раз, когда приду менять банковскую карту, меня там, они же любят спрашивать это, пароль, там секретное слово, все зависают, и я скажу, высер, блядь. Интересно посмотреть, что она скажет. Ну давай, ёб твою мать. Да, я хочу сказать, что мод на ускорение компов с англоязычного сайта такое же говно нерабочее. Вроде инструкцию посмотрел, все. Че он не вылез-то? О, еще ядерный блок. Протекторон какой-то еще особенный такой стоит, да? Работник, охрана, пожарный, строитель. Может, тут надо угадать с характером, чтобы он своим делом занимался? Давай, строитель, иди что-нибудь делай. Вот если к нему сзади подойти, его нельзя будет хакнуть? Залезь в карман. Да вы, блядь, издеваетесь. Как будто у него он есть. Вообще, активировать этих протекторонов такая тупизна, на самом деле. Они просто нахрен не нужны. Вот в этой части. Раньше, может и было такое, что они где-то серьезно помогали. Но в этой части можно... Ёб твою мать, а? Гангренозный дикий гуль, вы прикиньте. А, так это был квест на зачистку. Все, значит, врагов больше нет, что ли? Блять, а это тогда кто? Ну правильно, что, Ристо проверять не будет, можно и наебать его. Я улавливаю суть этого квеста про зачистку. Зачищено? Да. Да давай ты. Изолента какая-то. Чудо-клей, зажигалка, скипидар. Скипидар.
Не хочу рекламировать сообщество Хитс и здесь, но недавно видел, как Хитс где-то писал один комментарий, он даже постеснялся написать слово «оскорблять» полностью. Он написал «Оскар» и многоточие. Интересно, когда будешь где-нибудь, чувак, писать слово «скипидар», там тоже в конце... Ой-ой-ой-ой-ой, бежим, бля, бежим, сука! О, я буду катить на него бочку в прямом смысле. Так, что у него? О, серебряная вилка, ничего себе. Упыря серебро не жгется, ему интересно, помощь. Антирадиэйшн надо выпить. Я слышу, там протекторон где-то патрулирует. О, легендарный. Шайтанама. Бум. О, нифига мне ударом сколько снес вообще. Чувак, ты мне не нравишься. Яростный боевой дробовик. Критические удары приводят цель в ярость. Это если она вас слабо бьет, да, мало вас месит, то достаете вот этот дробовик, стреляете в нее, и она впадает в ярость. Я просто не вижу смысла вообще в этом дробовике. Да как, собственно, я не вижу смысла и в этом дробовике. Пошел в жопу. У меня есть мой пулемет, Максим, пулемет. Алюминиевая. О, алюминиевая. У меня прям нюх на алюминий. Алюминием пахнет. Ну и аромат сразу Дикин подтвердил. Видите, тоже чует, походу. А это что за... Метелка для пыли? А, пипидастер, что ли? Криогенная граната, плазменная мина. Вау. И все это в ящике возле сортира. А у вас что лежит в туалетном столике? О. Психо. Так, так, так. Фирменный юмор Fallout. Ой, блин. Вот это любовь, понимаю. Даже после жизни. Даже после смерти. Как правильно, после жизни или после смерти? Так, подождите, а что, все тут, все закончилось? Я оттуда вроде пришел, да? О, о, как много патронов зажигательных. А вот у дробовика вообще мало. А вот у этого вообще много. Тебя может не тратить, подождать, когда найдется что-нибудь такое. Автомат какой-нибудь супер мощный. Так, а где тут, собственно, Южный Бостон? Не-не-не, мне надо еще найти. Это. Убежище какое-то здесь. Ну-ка. Задание. Так, Рис пошел в жопу получить доступ к лаборатории Моровски. Да ладно, а чё ж ты в прошлый раз-то не встал? Отведай. Обоймы богатырской. Да. Чувак, бьют! Наших месят. Где он? Держи его. Я буду мочить. Так, кстати. Предмет. Помощь. Где у меня эти пакеты крови? Я их же их тут на... А, не так уж я их тут и набрал. Я думал, что у меня их до хрена уже. Квантовое зеркало. Тесак. Ланчбокс. А, ну да. Уи-и-и. Жевательная резинка. Круто-то как. Подожди-ка, что-то я не понял. А где же... Где же, где же? Э...
Получить доступ к лаборатории Моровски. Туда можно только заплыть, она сказала. Значит, видимо, это снаружи надо туда заходить. Ах ты, гребаные доски. Зато подносов-то здесь сколько. Странно ведет себя Брюс Уиллис. В кино он так не ныл. Так. Где выход-то? Туда можно только заплыть. Это единственное, что я помню. Там еще карта была, но вы помните, да, какая она была, эта карта? У пиратов карты понятнее были, а те вообще были безграмотные. Так, где тут, собственно, вода-то? Слушай, мне даже вот интересно, а чё будет, если я вот подойду и встану здесь вот? И чё? Чё это такое-то? Наверх куда-то ведет. Какие-то грозные ловушки, говорили, будут. Вон, рейдера даже прихлопнуло. Его гули, наверное, загрызли. Куда они... Подождите, куда... Куда ведет провод? Наверх? Сейчас я разберусь, что это за говно. Вон он, проводок идет. Наверх куда-то. А я был наверху уже, ничего интересного. И компьютера там никакого нету, который бы мог выключить это говно. Ну-ка еще разан. Сейчас мы докопаемся до истины. Может, это сигнализация какая-то, которая что, гулей поднимает по тревоге, что ли? Еще они мутят-то бороду какую-то. Хорош. Очень сложно, давай. Так, сейчас я вангану. Рамшакле, блядь, нет? Рамшейкл. Может это? R совпадает. И на этом совпадения закончились. Да? Да? Все равно говно какое-то. Ноль, ноль, ноль. Как круто. Боже мой. Кто-то говорит, ищи там эти скобочки, как они совпадают. Да делать мне нехрен эти скобочки искать, господи. Стратегист. Совпадение 3. Да, сука. Терминал службы безопасности рыбного завода. Открыть дверь. Какую дверь? Там и так все нараспашку. Ух ты, блядь, ничего себе. А он говорит, с воды заплыть. Нахрена? Просто идешь по кабелю. Это что за инопланетяне, ёб твою мать? Брюс, пиздани ему кувалдой по затылку. Ух ты, как он ему ногу оторвал. А я ему башку снес. Что-то они какие-то лохабанские какие-то вообще персонажи, смотрите. Блять, я хотел его штыком ударить. Но поскольку штык здесь на ту же кнопку, это было довольно проблемно. Че, мне творили, говноеды? Да, и защитный костюм на каждом надет. От радиации.
Как бы и чего тут делать? Я заберу у них игрушки. И больше нифига тут нету. Почему-то. Химлаборатория у меня своя есть. Построить можно. Да она и есть, в общем-то. Тир один. Еще химлаборатория, офигенно. И тут, и здесь, и там, и жрачку готовить, и химозу варить, и вообще. Чё-то ничего не вижу. Пробирка, зажигалка, ментаты, хренаты, гранаты. А, о. Психо. Ой, бафут. Требуется терминал, который не запаролен. Офигеть, как догадались-то так сделать. Мне кажется, они просто забывают иногда пароли ставить на подобные вещи. Да-да, давай. Еще опять загрузка, что ли? Классно. То есть, а я только что еще... У них еще где-то химлаборатория, что ли? Нет, это просто вход второй. Я тут был уже. Че за бред? Так а че, и чего, и что? Че, квест все сделан, что ли? А. То есть мне даже опыта за это не дадут, да? Боже мой, как классно. Да. Обалдеть. Не, я не верю. Мне кажется, пупс где-то должен по любасу быть. Такой квест длиннющий закончился. Вы чё? Поварёшки, говно всякое. Журнал должен быть где-нибудь хотя бы. Иначе нахер мне вообще сюда было идти-то. Это не журнал? Нет, это говно какое-то. И это, и это. Жвачка. Отличная, отличная награда. Фонарь. Ошибись. Может, фонарь классный. Пиво какое-то. Офигеть. 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 Вот это квест. Обалдеть. Вообще, награда что надо. Может, хоть канистры алюминиевые? Нет, обычные. Нахер побочные квесты. Боже мой, какое говно. О, боже, какое говнище. Даже не знаю, идти ли после такого успеха на второй завод. Или он будет такой же классный, как и первый. Да я даже не сомневаюсь, что он будет такой же классный, как и первый. Но что-то же где-то должно быть. О, корабль, кстати. General Atomics. Плюс 26 опыта за локацию. Обалдеть. Это что за судно пиратов в Сомали? Буксир какой-то, походу. И почему тут никого нет? Нас не мучили вопросы, почему на корабле ни единого матроса не скрывается во мгле. Дни веселые настали. Разработчик пошутил. Он на этом вот фрегате лута разложить забыл. О, нифига я куда залез. Ну давай. Пожалуйста. О, у меня есть идея. У меня есть феноменальная идея. Да что, нельзя на нее встать, что ли? О. Уа, блин, давай. Давай, да, я капитан этого корыта, да. Свистать всех наверх, канале тысяча чертей. То есть я настолько вот гениально сюда забрался, чтобы что? Чтобы ничего? Даже пупса тут не поставили?
фантазия у разработчика ограничена как... Я не знаю даже. Боже, какой у тебя вид. О, Дьякону нравится силовая броня, не то, что там супермутанту, деграданту. О, тут можно под водой походить. Только ничего не видно. Я вижу, что там корабль затонувший. Вон там впереди. Хе-хе-хе. Вот это интересно. Это всяко интереснее, чем влазить по этому второму заводу, а? Что скажете? Ну его в жопу, этот General Atomics. Причем, чтобы заметить этот корабль, надо именно с текстурами как бы это. То есть не полностью погрузиться под воду, а частично. Ну, я не знаю, учитывая, что ни хера в воде, под водой не видно, стоит ли туда идти? Конечно, мать его, стоит. Что происходит-то? Фонарь вообще ничего не дает. Дьякон, ты идешь? Ха, шутка нах. Ну что, курс вроде верный, да? Что-то мне кажется, что меня сейчас давлением расплющит, если я вниз еще спрыгну. Сывануться, что ли, на всякий случай? Из-под воды есть быстрое перемещение, как вы думаете? О, труба какая-то, смотри. А это что такое? Хренотень какая-то. Думаю, что надо идти по трубе. Это нос корабля, наверное. Под водой нету стрельбы, а значит нет и подводных монстров. Я как будто снова в Сому играю. У меня такое чувство, что я сейчас найду секрет века просто какой-то. Он не бегает под водой. Ой, я нашел подводную коноплю. Что-то вообще ничего не видно. Где я? Чё я? Куда-то пришел. Радиация трещит, падла вонюча. Кажется, на этот подводный корабль просто невозможно попасть. Тупо потому, что нихера не видно вообще где-то. Что происходит? О! Я задохнулся и сдох. А говорят, что дышать можно под водой. Бред собачий. Короче, тут... Типа ты ходишь, а потом, извините, хватит. Это шедевр. Это впечатляет, да. А как же тогда? Наверное, потом будет квест, где надо найти водолазный костюм. Был же квест по подъему корабля. В какой-то там прошлой части. Ну ладно, что ж, подводная экспедиция, к сожалению, не удалась. Вот борода. Голимая. Где выход отсюда? Дайте еще раз хоть посмотреть, есть там этот корабль или меня проглючило.
А, это этот корабль на днище тоже стоит. Он не на плаву держится, он на грунте лежит. Прям как Аврора, ёптать. Давай ты, ёптать. Вот еще раз смотрим. Вон, видите? О, подводная лодка там лежит. Вон она. От нее вон там антенка торчит. То есть на нее можно как-то попасть. Я даже вижу, как на нее можно попасть. А, вот там дорожка из кораблей идет от того вот дока. Так что, походу, что... Ну, я под водой вот пока ходил, я видел ее нос, да, но там не забраться. С носа невозможно было туда попасть. Там даже, видите, дым какой-то, типа. Не, туда нахрен вообще. Так туда не добраться. Не знаю, но, походу, это какой-то сильный секретик. Либо по квесту будет. Если секрет будет, даже лучше. Я его нашел, я его первым обследую, и... Но потом. Ну и здесь тот ссаный завод, в общем-то, не знаю. Ладно, короче-то, на этом серию закончу. Сейчас пойду поищу, как попасть на подводную лодку. Если попаду, то в следующей серии покажу и лодку, и как туда попасть. Хотя нет, сами пытайтесь. Никому ничего не скажу, это будет мое секретное место. Все, пишите, жмите.